Всем привет, ребят. Нахожусь на охоте. Поднял зайца, короче, в угодьях Ханышовского района. Первые два промаха были. Пошел дальше по посадке за ним. Вижу, сидит. Выстрел метров 15. И все. Получается, вот он стоял. Он вон там лежит, вон он, белый. Тут я его уже заметил, как он сидит. Поднял я его оттуда, с той стороны. Снять не мог, потому что нет у меня камеры. У меня только вот телефон. Момент выстрела не мог снять. Так что вот так вот, ребята. Здоровенький зайчик. Слышь, 58N моего сбил. Вот. Большой. Вот мое ружье. Второе. Первое ИЖ-27. Тоже СССР, и это СССР 77-го года выпуска. Один выстрел, одна добыча, короче, ребят. Ну, первые два промаха были, там не вариант стрелять. Тут везде вот такой вот кустарник. Он поднялся, я по елкам практически все выстрелы пошли. Так что вот так вот. Неподалеку от трассы заяц не пуганный, поэтому удалось его второй раз найти. Что-то... Патрон самокрут 2.0 на крахмале. Так что вот так вот, ребят, с полем. Кому понравилось, ставьте лайки. Было поинтереснее, если бы снял саму охоту, точнее. Когда я его поднял, стрелял, было бы интереснее. Но телефон куда я закреплю? В карман положу, все равно руками закрою, при выстреле не будет видно. Нужно камеру приобрести. И снимать охоту. Так что вот так охота удалась, ребят. Без собак. Собака устала, вчера ходил. И позавчера два дня. Собака уже устала, поэтому оставил ее сегодня дома и решил пройтись. Вот так вот, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.